В нашем районе уделяется большое внимание занятости детей в летний период. При каждой школе, учреждениях дополнительного образования работают лагеря дневного пребывания, а также лагеря труда и отдыха, где дети могут не только отдохнуть, но и научиться чему-то новому. Такой лагерь труда и отдыха под названием «Летняя агрошкола» работает на базе станции юных натуралистов, где на днях побывали и наши корреспонденты. Название «Агрошкола» говорит само за себя. При ней работают два отряда – «Зеленая молодежь» и «Агрозайки», в которых занимаются дети с 14 до 16 лет из разных школ нашего города. На протяжении 3 недель ребята изучают растительный и животный мир, учатся ухаживать за растениями, а также полученные знания применяют на практике, пишут научные работы. Также в рамках практических занятий учащиеся проводят исследования в живом уголке. Дети ходят постоянно, и их привлекает здесь не только, скажем так, работа по интересам, но также у нас лагерь труда и отдыха, они до обеда занимаются на клумбах. Уже высадили перец болгарский, посеяли уже огурчики, еще планируем там, нам выделили небольшой участок под клумбы, поливают. Потом у нас идет занятие теоретическое, потом практические занятия здесь в классе. Также у нас завтраки, обеды, все как положено. Лагерь труда и отдыха при станции юных натуралистов работает уже 2-й год. Сейчас в нем занимаются 20 ребят. Тина Диденко агрошколу посещает с самого ее открытия. Девочка признается, что она очень рада оказаться в этом лагере. Она всерьез задумывается в будущем заниматься экологической деятельностью. Успехи у нее есть уже сейчас. Мы выращиваем морковь, мы находим удобные методы обработки семян моркови. Мы использовали разные методы, чтобы улучшить схожесть и скорость прорастания моркови. Лучшие мы выбрали обработку борной кислотой и содовым раствором. Ребята с удовольствием посещают занятия, проводят различные исследовательские испытания, ходят на экскурсии. Здесь они не только отдыхают, но и учатся общаться с окружающим миром. А приобретенный здесь опыт обязательно пригодится им в будущем, когда начнется учебный год. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа «События».